А мы с Лизой приехали на пробное занятие по акробатике в Спортекс. Сейчас я вам покажу, как он выглядит изнутри. Лиза уже на занятиях. Я решила экскурсию такую небольшую провести. Так, здесь раздевалка. Ага, спасибо. Здесь такой зал. Мальчишки на велосипедах тут катаются, конечно. Очень большая площадка. Занятие, по всей видимости, закончилось. Только что здесь было очень много ребятишек, которые учились ездить вот именно на каких-то супер велосипедах. Так, теперь пойдем дальше. Пойдем, где у Лизы тренажерный зал. Точнее, у нее не тренажерный зал, а гимнастический зал. Вот гимнастический зал, где Лиза занимается. Сейчас я вам его покажу. И смотрите, очень большая классная стена для скалолазания. Она прям огромная. Руки все идеально красивые. Здесь мальчики занимаются спортивной гимнастикой. Это огромное сооружение из матов. Здесь турники. Вот турники всякие с кольцами, где заниматься. Вот еще какие-то девочки занимаются, группа побольше, Лиза там подальше сидит. Батуты всякие разные, там дальше поролоновая яма. Здесь очень много снарядов. Вон есть. И Лиза там занимается ближе всех ко мне в черной форме. Вот такой большой огромный зал, где очень много снарядов для упражнений и спортивной гимнастикой.